Певица и музыкант Елена Войнаровская известна как вокалистка украинской группы «Флёр», которая завоевала популярность в нашей стране. В 2015 году она выпустила сборник стихов и рассказов «Тонкие травинки». Именно о нем нам расскажет фотограф Дарья Латышева. Книга не зря называется «Тонкие травинки», потому что все произведения в ней такие же тонкие, очень хрупкие и невесомые по восприятию и прочтению. И половина из них, она положена на музыку и является текстами песен самой группы и Елены. Вот эта книга у меня появилась, когда мы ездили в Москву на сольный концерт Елены, потому что сейчас она уже не является частью группы. И вот там мне посчастливилось заполучить эту книгу, потому что я видела, что она, ну, есть в продаже, но это где-то там далеко, так в Питере, в Москве, что туда не добраться совершенно. А тут вот просто такая удача. Я ее сразу с руками оторвала, самая первая. И теперь она у меня есть. Прочитала я ее за 2 вечера под чашечку чая. И очень была сильно растрогана. И вот после прочтения находилась в такой какой-то экзальтации, что я ходила и смотрела в окно, думала: «Господи, как все прекрасно в мире». Стихи о разном. А стихи о дружбе, о любви, о каких-то внутренних переживаниях. У поэтессы был очень тяжелый период одно время. Это можно будет прочитать ее в биографии, я не буду озвучивать. Когда все было очень плохо, но ее подруга и соосновательница группы, она поддерживала. И, ну, в общем, таким образом они, по-моему, преодолели эту проблему благодаря творчеству. «Я для тебя нарисую картину тонкой кисточкой на полотне. Может, я плохо рисую, прости, но рисовать очень хочется мне. Я не владею изяществом линий, мне не смешать краски в правильный тон. Что, если я нарисую картину из маленьких капелек разных цветов? Желтые капельки солнечных бликов, теплые пятнышки счастья и лета. Тихая нежность будет разлита в розовых, как облака на рассвете. Капли зеленые свежесть вобрали, листья и травы на влажной земле. Капли прозрачные, капли печали, слезы дождя на холодном стекле». Когда мы были на концерте, Елена со сцены говорила очень пронзительные слова. И мне бы сейчас хотелось бы повторить, потому что эти слова как раз адресованы тем, кому эту книгу можно было бы прочитать. Она говорила, что если вам сейчас очень плохо, нужно вот еще немножечко потерпеть, потому что самая темная тьма всегда перед рассветом. Книга больше ориентирована на взрослого читателя, она не для детей. Я бы даже сказала, что больше, скорее всего, для подростков и для женской такой аудитории, потому что очень тонкие, очень проникновенные, ясные, как у Динки, стихотворения, которые мужское сердце просто не воспримет и не поймет. Елена Войнаровская, «Тонкие травинки». Я всем рекомендую эту книгу, потому что этот автор заслуживает большого внимания.